кофе и прямого эфира. Просыпаются мысли о спасении мира. Блиц FM. Разбуди вдохновение. Не просто забава, а способ показать свое певческое мастерство. В Мариэл в этом году впервые пройдет республиканский этап детско-юношеского чемпионата по караоке «Караолька-2014». Победители получат возможность блеснуть талантом на всю Россию, приняв участие в финале конкурса, который пройдет в Москве. Подробности в нашем следующем сюжете. Лицом не к зрительному залу, а к огромному телевизору, на который выводятся строки песни. Традиции караоке прочно вошли в нашу жизнь уже много лет назад, но до сих пор воспринимаются как элемент отдыха, что-то вроде застольного пения. Тем не менее, в мире уже давно проводятся масштабные и зрелищные соревнования по караоке. И, наконец, эта тенденция дошла и до Мариэл. В Йошкар-Оле стартует отборочный этап детско-юношеского всероссийского чемпионата по караоке «Караолька-2014». Это очень яркое, интересное мероприятие, которое в мире даже будет проводиться. В этом году впервые раньше существовал чемпионат только в формате взрослого конкурса. А чемпионат по караоке – это конкурс для любителей пения, для тех, кому нравится петь в музыкальной школе, дома, в ванной, для своих друзей в караоке, в конце концов. Если вы любите петь на марийском, русском и любом другом языке мира, если вам уже исполнилось 7, но еще нет 18 лет, вы имеете гражданство Российской Федерации, не ведете профессиональную концертную и гастрольную деятельность, звоните, записывайтесь и принимайте участие в отборочных турах чемпионата России по караоке «Караолька-2014». Отборочные туры будут проходить 28 сентября, а также 9, 15 и 19 октября в Папа-баре, руководство которого специально для конкурса приобрело оборудование для караоке. Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно по телефону в Йошкар-Оле 45 12 25, а также в группе ВКонтакте, адрес которой вы видите на экране. Финал регионального этапа состоится 26 октября. Золотая осень на Пульс Радио.